А нахуй ты, блядь, набиваешь? Че, я патроны только кинул и все. Я тебе говорил, тут сердов не хватает, ляма сердов тебе не хватает, ты еврей, блядь. То теперь у меня будет 1 000 000 серд, блядь. Кинул патрошки на вратах, там все стреляют, блядь. Короче, кто сейчас ребят Валькирии будет водить, вот на этом гексе, сейчас они начнут дропаться на точку на крыше, и вы должны, блядь, не разъебать Валькирии, а как бы повисеть по фарме, полетать. Да, оставляйте. А водите разъебать Валькирию. Кто-то из третьей группы. Они я. Ну, у нас 2 чека на Исамере, кстати. Так, соло. Да, очередь. Админщик говорил, чтобы его покали, если очередь будет. Даже 3. Смеш, очередь, блядь, таких нет. Блядь, в смысле, скоро начнется, как бы, эти все. А вы там, на Исан Вире, что-то Hello, BS Red October. Hello. Hello. Hello, Russian brothers. Your vodka ready? Yeah. Good man. Nice. Блядь. Is Kerus there? Kerus. User joined your channel. Kerus. Good man. Kerus, we have same lane tonight. User joined your channel. Can someone translate? Одна линия сегодня. You're very low. Okay, fine. Let's just focus on our lane, Kerus. Even if we get cold, let's not lose our lane. We're gonna try and push as much as we can. The match starts in 10 minutes. We're gonna do exactly what you guys do. We're gonna do point talk with you guys. So if you see a whole squad of Myrmidons, we're gonna be around you guys. So let's use platoon chat for a little bit more as well. Like if we have to look at big stairs and small stairs and you guys focus on double doors, let's start doing that. Let's communicate to that strength. Okay, Kerus? My friend, thanks, but I am not commander, but we understand. Who's the commander? Who is commander? Rock. Phantom, Slicky Rock. Okay, now things have changed, haven't they? Alright, whoever the Russian commander is, can we please just communicate what you're holding if we're doing building holds? Yeah, just so we know. Yeah. Communicate with me in person chat, or with anyone from him. It's okay. Alright, fine. Alright, cool. I'll see you guys soon then, yeah? Good luck, Russians. Much love. Good luck. Good luck. Киньте мне инвайт. 701. 701. 724 кто? Я. Вступи в твит нормально. Выйди из своего там. Я... У меня нет. Ой, боже, блядь. Стимус с Исамира, что вам показывают? У вас какая очередь? Сколько у вас? Че вы молчите, у вас очередь? Это мир, алло, прием. 722, 712. Пятый. Там, кстати, какой-то чувак говорил, что если у вас проблемы с переходом, надо обратиться к нему. Вы не хотите это сделать? Или вы на вон, в платун чате уже выяснили. Че? Покай. А. Покайте риэлтора. Риэлтор. Надо найти его. Киньте инвайт, йоу. Я был типа. Что ты сделал для того, чтобы получить? Пиши заявку на форуме. У тебя КД высокий. Я за статпадинг выиграл. Чертенок, и смех и грех, да? Так, смотрите, листайте наверх, рефери ченнел. Там, в самый верх, там сидит ESL, брак, админ. Один риэлтор. Его покайте и говорите. I'm on Esamir. Вон, I can enter Amirish. I'm Kurva. I'm speak from my heart. Укулелем. Кому же начнем? Мне так лагает на своих воротах. Блять, 60 FPS, 70, нормально, чувак. Стойте. FPS нормально. Что у нас одна... Стойте, тихо. Касаван сказал, что у нас одна линия. I understand that some of you cannot get the game right now. Please stop poking me. We are working on getting Daybreak to fix it. Выйди из канала, ты!
Так. У нас одна линия, и мы ее давим. Да, не понимаешь? Да. Но мы же КВРФ, мы должны по всей карте прыгать вроде как. По одной линии будем прыгать. Почему он PlayStation, блять? Вы по линии попрыгали? Сила быстро реагирует. Северная линия. Так он зашел на трусил там, вы там сообщайте, когда там надо по удор становится, туда-сюда. Куэсеры там будут или нет, я не понял. Мы сейчас то прилетим, нас там просто раздавит и все. Так 734-й ты кто? Я Итман, ёбан. А 724-й ты... А, не, 724-й, сорян. Вот, сука, тварь, тупая. Ой, блядь. Татар с двух компов сидит. А 711-й это опрессор? Да. Ну, сори, тебе нет места ни в браунике. Охуенно. Гори в аду, стучи. Сатфабер, ебу. Сатфабер, проклят. Не знал, блядь, вот, кому забивает. 720-й это? На Семире эскимос кто? Я. Головка от сушильной машины. Так, стоп, Бумпер X еще раз скажи. Бамп. 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 Бумпер X. Да. Все, 720-й. Убедил. Once again, everyone, if you are currently stuck on another continent, please use the warp gate terminal rather than the warp world map to warp to Amerish. It will bypass the queues in place. Что сказал? Если застряли на Мерише, через терминал прыгайте, а не через карту. Да. Прыгайте через на терминал. Подходите, нажимаете Е и переходите. Что такое терминал, блять? Пес понабирает по объявлению. Тут по обеду. А вот ты вот за Е, блять, красиво подметил, блять. Я думал, надо просто подходить и пробелом хуярить. Один нашел. Один нашел Г-терминал. В двух словах, третья группа в Чарли сплитится между первой и второй? Да, саппорты сплитятся между первой и второй. Марго, я так и не понял тему с командирами, что мы делаем? Ну смотрите, ты можешь обозначить там, куда Брау встает. Нас слишком много в канале, чтобы ты обозначил группу. Ну в целом, подожди. Если я, допустим, попрошу тебя уйти там на другую точку, ты должен будешь, по идее, отвести свой склад. То же самое, если... Браво, в смысле, полностью? Ну да. Окей. Окей, можно не Браво на Е. Ребят, только не слейте Валькирии на старте, вы должны пропарить их. Они если надропаются, то как бы все. Так, и то же самое со Сликером. Что такое? Ты также... Если я говорю, там уходим на какую-то точку, мы уходим. Там говорят, Саваш, что ты... надо отходить. Поставляешь Валькер? Угу. Рах, ты на шестом же месте, да, там? Да. Форш, а чё стоит в Валькере? Да, он. Достань, там холодильник возле тебя там. То есть, чертёнок, я с тобой не дропаюсь, да? Слушай, ну, ты медик. Ну, как кого-нибудь надо оставить стрелком на Вальке. Погоди, мы чё, идём вот по самой левой, что ли? Ладно, окей, оставимся. Да. Алло. Рогаль, слышишь, что говорю, Кирус, спрашиваем, будем хрики выкатывать, потому что там реально нам пизды дадут, если без хрики. Было бы хорошо. Ну, надо с канистрами и, короче, блядь, на точку. Да пускай третью группу выкатывают, Рогаль сказал. Все в третьей группе прокачайте хрики. Там надо то ли не канистры, а говорил против Сандра в стриме. Думаешь, так оставаться в Вальке? Там заезжает Сандра и более того, вообще эти Сандры, которые они подвезут, их надо будет ломать постоянно. Лучше Харайсеры там ничего не справится. Но если вы хотите на Вальтире летать именно на них сверху, просто в принципе тоже. Слушай, ребят, вы рулите, я вам просто говорю, там нужны Харайсеры, которые катаются по кругу. Алло, Бумперек. Да. Подойди к терминалу, нажми Е и перейди на Мириш. Так, если у нас есть люди, которые хотят фриролить, если опрессор хочет играть в тимплее... The match starts in 2 minutes, the match starts in 2 minutes. Да мы поняли, блядь, 2 минуты. Просто если мы играем на одну линию, нам сказали, нас дергать оттуда не будет, у нас там должно быть техническое представительство, две хари, которые просто там всегда будут кататься, вообще вообще здесь будут кататься. Всегда на харасе. Потому что следующий гетс, он тоже открытый. Там тоже харассеры. Ну да, иначе будет как в тот раз, там, блядь, Сандра будет стоять вечно, а у нас нихуя не будет. Окей, Толян, я не смогу, у меня прорисовки нет, там же надо смотреть далеко. У кого есть прорисовка, кто готов кататься? Ну, у меня нет тоже прорисовки.
Мне похуй, могу в харьке кататься. Давайте, на 200. Так, я тоже могу в Кастро. Так, стоп, тихо, тихо. Кастро, тут? Да. Выкатываешь харасер? Принял. Так, ты в какой вальки? Короче, дропаешься на Desert Mineshaft по редеплою. Выкатываешь харасер. Дальше, еще один харасер. Кто желает откатать? А может, Кастро я стрелком пойду просто? Еще кто хочет откатать? Окей. 30 seconds. А, Прага, а ты можешь еще ситуацию по флоду прояснить? Типа, нас в канале 25 человек, и когда каждый начнет что-то там говорить, у нас будет такой фон. Окей, привилегии на разговоры на стороннюю тему, непосредственно от файта, имеют Кейрус, Талино, все ассаутеры, и Фонтен со сликером. Все. Отчет пошел. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Мечтап. Кастро и опрессор. Кастро и опрессор. Вы дропаетесь на Desert Mineshaft и выкатываете хорек. Дальше. Два хорька. Дальше. К ним садятся. У кого прорисовка хорошая? Чертенок и... У Куарка хорошая.